Добрый день, Наталья. Мне дали ваш номер телефона знакомый. Мы вам пишем с поселка Восточного. У нас такая проблема. У нас щенок уличный. На него наехала машина, здесь прям соседняя. И он лежит в кустах, что-то задними лапами. Не встает, только кричит уже четвертый день. Сегодня звонили везде, даже на горячую линию. Но сказали до понедельника. Может быть, что-то сделают, а может быть, даже нет. То есть, как бы конкретного ничего не сказали. Он от боли лежит день и ночь. Не могли бы вы нам чем-то помочь? Пожалуйста, просим вас. Доброго времени суток всем, добрые зрители нашего канала, добрые наши такие волшебники, наши гости, наши новые, старые, будущие подписчики. Спасибо вам, хочу сказать всем-всем-всем, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, что вы видите все происходящее. Все, что, еще раз хочу сказать, мы делаем это в реальной жизни. Спасибо, мои добрые волшебники. У нас новая боль, новый выпуск о собаке Луне. В воскресенье я ехала из Москвы, и мне на WhatsApp пришло смс, потом голосовое с просьбой о помощи, оказать помощь собачке, которая четверо суток лежит во дворе и просто воет от боли день и ночь. Вчера мы незамедлительно выехали. Сейчас я опять на такси, к сожалению. Проблемы с машиной. Вчера мы незамедлительно выехали. 2,5 часа нам потребовалось для того, чтобы забрать данную собачку и оказать ей помощь. Сейчас Луна находится временно у Людмилы. Сегодня я отправила Максима домой в Германию. Все порадуемся за мальчика. С Гришей мы сейчас в Сколково в МРТ, на МРТ. Вот. Завтра я экстренно выезжаю в клинику и везу Луну к Николаю Николаевичу. Но у нас еще одна проблема. Это небольшой котенок, мальчик, кот. По нему мне позвонили тоже в воскресенье и попросили помощи, что в один из дворов подкинули котенка, и у него парализованные задние лапки. Пока не знаю, как назвать. О нем мы сделаем, выпустим ролик немножко позже, потому что нагрузка бешеная. Я честно, я не отдыхаю. Я последние 4 недели я не вылазил из-за руля. Сейчас у меня временно сломался автомобиль. Сегодня я на такси. Но это просто ни конца, ни края нету. И я хочу сказать, что спасибо, девочки, что вы со мной. Мальчики, девочки, спасибо всем, что вы нам помогаете, что вы откликаетесь, что вы, как никто другой, понимаете ту боль, какую испытываю я. Если ко мне обратились, я не могу сказать людям «нет». Я не могу оставить животное умирать на улице. Это несправедливо. И в этом городе, я еще раз говорю всем, им никто не поможет, кроме меня. Они просто будут лежать и медленно умирать. А если наш канал и наш путь – это не только приют, а спасение. Спасение пушистых, лохматых жизней. Значит, насколько нам Господь даст сил, настолько мы будем помогать, спасать, устраивать их в семьи и делать их жизнь счастливой. Но опять я говорю, это все происходит в этой жизни только благодаря вам. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы с нами. Я не устаю вас благодарить за то добро, за те ваши теплые комментарии, которые вы пишете мне. Спасибо вам большое. Моя такая большая дружная семья. Я понимаю, что все очень сложно. Сложно с питанием, с ценами. В России, в стране, в принципе, все сложно. Но опять я говорю, нас же уже 6 тысяч человек. Каждые 50-100 рублей все идут на их лечение, на их содержание в клинике и, конечно, на кормление собачек в приюте. Вот, поэтому моя такая большая дружная семья. Я понимаю, что я выдохлась, потому что у меня ни проходных у меня нету, от слова совсем ничего. Я тоже очень сильно устаю, я иногда чувствую себя роботом, но я выбрала этот путь, я слишком безумно люблю животных, и мы не имеем права, я не имею, точнее, права оставить животное в опасности.
И если оно нуждается в нашей помощи, значит, я, закрыв душу, закрыв сердце, закрыв глаза, я все равно поеду. Я поеду, спасу и помогу. Если вы со мной, а вы всегда со мной, давайте и дальше спасать жизнь лохматиков. Мы же с вами их не только спасаем, лечим, но мы еще устраиваем особенных собачек в семьи, и для меня это большая-большая радость. У меня слезы, честно, да, я плакала, у меня слезы на глазах и от радости, и от горя за них, и от несчастий. Я всегда плачу, я плакала. Мне очень тяжело, но я всегда понимаю, что вы нас не бросите, вы нам всегда поможете. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Я очень прошу вас, комментируйте, пишите комментарии. Я неоднократно к вам с этим обращалась. Это помогает нам развивать YouTube-канал. Ваши комментарии, лайки и, конечно же, делитесь роликами в соцсетях. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.